По данным Краевого управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в прошлом году на территории края по вине водителей автобусов совершено 148 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибло и 233 получили ранения. В январе 2019 года по вине водителей автобусов совершено 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами в период с 11 по 20 марта на территории Краснодарского края проводится первый этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус». В ходе проведения мероприятия инспекторы группы технического надзора ГИБДД проверят автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области пассажирских перевозок. При этом особое внимание полицейских будет направлено на соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности, допуску водителей к пассажирским перевозкам, обеспечению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Также инспекторы проверят наличие у водителей необходимой документации, соблюдение норм пассажировместимости при перевозке людей. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно.